Вот, находимся в банке ВТБ. Обратите внимание, вставляем карту чипом. Все как положено. Пошла загрузка. Вводим пин-код. Нам нужно снять деньги. Так. Соответственно, есть тут графы. И вот кнопочка, где написано «Снять деньги». Нажимаем. Смотрим, что происходит. О, сработало. Камеру, что ли, видели? Ага. Это он нам... Я пытаюсь снять денег, а он предлагает внести эти купюры. Не хочет он купюры такие брать. Вот так вот работает ВТБ. Прошло и года.